Евгений Александрович Воскресенский, артист театра и кино, телеведущий, член Союза кинематографистов Российской Федерации, лауреат международных фестивалей. 5 сентября 2012 года состоится премьера моноспектакля «Гоголь против Гоголя», где Евгений Воскресенский является не только актером, но и режиссером, продюсером, а также художественным руководителем спектакля. Евгений Воскресенский читает отрывки из произведений Николая Васильевича Гоголя. «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Нос», «Невский проспект», «Ревизор», «Мертвые души», «Рим», «Арабески», а также выбранные места из переписки Гоголя с друзьями. В исполнении инструментального ансамбля «Ars Ego» под руководством Владимира Двуреченского прозвучат произведения композиторов классической музыки. Билеты на спектакль «Гоголь против Гоголя» вы можете приобрести в кассе.